А сегодня торжество в честь профессионального праздника химиков прошло в актовом зале предприятия «Еврохим Белореченские минеральные удобрения». Как всегда в таких случаях, актовый зал завода управления был пронизан хорошим настроением и положительными эмоциями. Здесь собрались передовики производства. Поздравить трудовой коллектив приехали и многочисленные гости. И мне хочется пожелать, чтобы в этот замечательный день вы также продолжали трудиться, также продолжали вкладывать каждую свою частичку в развитие нашего края. Пожелать вам самое главное здоровья, успехов, здоровья вашим семьям. Пускай Еврохим живет вечно. С праздником! Достойный труд заслуживает благодарности и признания, поэтому главным на празднике стало чествование лучших работников предприятия. Почетной грамоты Министерства промышленности и торговли удостоен начальник сернокислотного цеха Виктор Бабьяк. Почетные грамоты главы администрации района получили машинист цеха сложных минеральных удобрений Павел Нагорный и ведущий специалист управления по правовой поддержке Татьяна Стацура. Дорогие друзья, мы очень ценим то, что вы делаете. Мы гордимся вашим коллективом высокопрофессиональным. Мы гордимся этим современным заводом. Поэтому с большим удовольствием я хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Я уже об этом говорил, что Белореченский и химический завод, они неразделимы. Поэтому с праздником, дорогие друзья! Всем вам здоровья, удачи, мирного неба над головой. За трудовые достижения благодарственные письма вручены лаборанту отдела технического контроля Елене Севастьяновой и ремонтнику железнодорожного цеха Виталию Чиненову. Награждены дипломами Российского союза химиков и Росхимпрофсоюза машинист сернокислотного цеха Ольга Горбачева, аппаратчик цеха экстракционной фосфорной кислоты Эльдар Дузаглы, начальник смены ЦСМУ Юрий Коробейко и слесарь энергетического цеха Игорь Шипулин. На доску почета занесены в этом году портреты работников, которые много лет преданы своей профессии и добросовестно трудятся на благо родного предприятия. Их имена с гордостью называют коллеги. Это Николай Агеев, Нина Белозерцева, Константин Бедонов, Ирина Гасанова и многие-многие другие. От честного сердца поздравляю всех присутствующих здесь и тех людей, которые не присутствуют, а которые сегодня находятся на заводе, которые работают и выполняют производственную программу, которая нам спущена сверху. Поздравляю с Днем химиков. Хочу пожелать всего самого наилучшего. Как вы помните, в 2018 году мы с вами запустили цех по производству водорастворимого НПК мощностью 50 тысяч тонн. Хочу поблагодарить, вот, пользуясь случаем, Департамент промышленности Краснодарского края, который с их помощью позволила нам получить определенные льготы. Это распространяется на 5 лет, и мы получим льготу на 100 миллионов. Это внушительная сумма на сегодняшний день, наверное, для всех и для нас в том числе. Плюс ко всему прочему, вы знаете, мы в прошлом году начали строительство склада кумовой серы для производства серной кислоты. Мы в прошлом году с вами купили новый котел для серной кислоты. Сегодня мы покупаем и заключаем договор на энергетическое оборудование для сернокислотного цеха, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но самое главное, что в этом году, в феврале месяце, на форуме в Сочи мы подписали соглашение с администрацией Краснодарского края о том, что компания «Еврохим» вложит в белорусские минеральные удобрения сумму в размере, ну, примерно 15 миллиардов рублей. Руководство предприятия не скупилось на теплые поздравления, слова благодарности и подарки. Сегодня их день. Каждого в отдельности и всех вместе. Людей, которые приносят славу российской химической промышленности, компании «Еврохим» и родному заводу. А потом всех ждал праздничный концерт. Шелковое сердце не бывает и не болит. Шелковое сердце никогда не будет любить. А теперь... Зрители с удовольствием принимали музыкальные подарки от эстрадного певца, музыканта, композитора и автора хитов, которого все знают под сценическим именем Паскаль. От земли до небес, от небес до земли, я могу дать тебе 100% любви, 100% любви. Все, кто
кто присутствовал на концерте, получили незабываемые впечатления. Наталья Пугачева, Сергей Чернецов. События и люди.